палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь и великий гений. Хорошо, мне завидуют. Понятно. Вы блогер, стример? И то, и другое, и без этого. Понятно. И то, и другое, это как? Как ваш канал называется? Бесканальный. А, бесканальный. А откуда вы будете? Если не секрет. Россия. Ну что это за ответ? Город ваш? Россия, еще раз говорю. Россия, там уже указано. Ну, указано. Если я ж не прячусь. Если бы мне было достаточно... Ростов-Дон. А, ну вот другое дело. Если бы мне было достаточно то, что указано, я бы не спрашивал. Ну хорошо, есть у вас вопросы интересные? Да, интересно есть. Задавайте. Откуда будете? Харьков. Харьков. Хороший русский город. Да, согласен с вами. К сожалению, большевики его отдали, кстати, вместе с Таганрогом, 3 марта 18 года УНР. Вместе с Белгородом, с Таганрогом. Ну вот Таганрог, Белгород потом вызволили. Таганрог не отдали. Ну потом отдали. Таганрог не отдали. Ну, и Белгород не отдали. Ну я же вам говорю, отдали, а в 20-м Белгород вернули, а в 20-м каком-то не отдали. Таганрог. Ну ладно, погуглите. А Харьков по-наглому Ленин оставил в Украине, даже чуть цинично заявил, что мы помогли Украине пролетариатам. Он сам. Мы помогли Украине пролетариатам, если слышали такое выражение. Ну это он говорил про Донбасс и Харьков. Не Ленин, не Ленин, а Сталин. Сталин. Ленин, Ленин. Ошибаетесь. Не Ленин, а Сталин. Ну это известные слова Ленина. Сталин. Сталин-то что? Сталин продолжатель был ленинских традиций. Ну, может, он повторил. 20-й съезд. 20-й съезд. 20-й... РКПБ. Да, 20-й съезд РКПБ развечивал. Ленин был. Ленин не был. Не был. Ленин не создавал РСФСР и СССР. Ленин не создавал. Он был только идеологом. Ну, понятно, было что два человека. Троцкий создавал. Первый по факту. Это Троцкий. И второй был. Если не ошибаюсь, второй если не ошибаюсь, Свердлов, Свердлов, Ленин второй. Просто был идеологом. Ну, я он понял, писал статьи. А про что на 20-й съезд РКПБ? Решали судьбу России, то есть Российской Федерации, РСФСР. Решали 3-4 человека. Ну, Луначарский, Троцкий, потом, ну, короче, всех потом их просто убрали. Вот и все. Это были троцкисты. Луначарский там... Я сейчас не буду вдавливаться в это самое... Ну хорошо, вы упомянули 20-й... Луначарский был самый близкий друг Троцкого. Троцкий, Зиновьев... Луначарский был самый близкий друг Троцкого. Ну это другое дело, но он не был на той вершине, чтобы решать такие дела. Нет, Ленин был идеологом. Он писал статьи. Я понял, статьи. Да, вот решали, был, а решали Устинов, совместно как, Ленином, Троцкий, ой, Устинов, говорю, Свердлов. Этот самый. Ленин был как... Бухарин. Вот кто решал. Ну ладно. Позвольте мне сказать. Да, позвольте давайте, мне сказать. Давайте. Ленин в свое время был... Ну дайте мне сказать, пожалуйста. Я слушаю вас. Ленин был в свое время на роли того же политолога. Ленин ничего не решал и ничего не делал. Он даже не входил в состав. Понятно. Не входил в состав. Куда он не входил? Он был предсовнаркома. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривал. Почему же тогда? Утилитарном государстве. Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один... Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівська область где была?
в Австро-Венгрії. Опаньки, так это не было еще? Ну еще. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. И их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские — это какой, чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Друзья, украинским ударом начнем. Удаясь, да, Украина, которая создана крупно-кривичной.